Кампания по вакцинации проводится на стройках Одинцовского городского округа, сообщают в пресс-службе главгосстройнадзора. Мобильные прививочные пункты начали свою работу в начале месяца. Строители бесплатно прививают от коронавируса двухкомпонентным российским препаратом «Спутник Ви». Как только руководство строительной площадки информирует главгосстройнадзор о количестве желающих привиться, мы формируем заявку в Министерство здравоохранения Московской области, и на место выезжает мобильная бригада медиков, прокомментировал начальник главгосстройнадзора Артур Горебян.